Геннадий Новиков – ветеран уголовного розыска. Оперативником решил стать еще в армии. Говорит, работа опасная и в то же время интересная. Как раз под стать настоящему мужчине. Это постоянная работа, это постоянное действие, что ты находишься на рабочем месте. Не только когда ты сидишь в кабинете, а и выходные дни, будние дни. У опера не должно быть выходных дней. Конечно, к такому графику семейному человеку привыкнуть тяжело, но именно родные стали для Геннадия опорой. Семья – это как бы тыл. Если есть хороший тыл, значит, у тебя есть возможность работать правильно. Должно быть понимание в семье. Да, тяжело, да, трудно. Ну, все мы привыкаем к сложностям, поэтому и все срослось. 26 лет в браке и никаких вопросов. На счету у ветерана множество раскрытых дел, попадались и сложные. В такие моменты чувствуешь себя настоящим сыщиком. Даже расследуя с виду обычное ДТП, внимание нужно уделить каждой мелочи. Получили оперативную информацию. Машина была, по словам очевидцев, синего цвета, оказалась красная. И в течение некоторого времени, наверное, недели, преступление было раскрыто. Ну, она, так сказать, что она запутанная, просто интересная. Все было перепутано со слов очевидцев, потому что свет падал в одном направлении, машина цвет поменяла, стала синей. Конечно, преступники не всегда сдаются добровольно. При задержании можно и травму получить, и даже пулю схлопотать. Но Геннадий все равно скучает по профессии. Говорит, в душе он все тот же оперативник, и службу любить не перестанет никогда. Анна Пикулина, Мария Колосова, Станислав Костиков, Андрей Зарубин. События дня.